Начинаем матч со команды от «Спартак Москва». Ну, так, ну ладно, защитники не важно. Пашалич. Пашалич тоже не важно. Капитан команды тоже не важно. Давайте уже к нормальной команде переходить. Вот «Локомотив Москва». Дмитрий Баринов, Гилерми, Кверквеля. Пейчинович, Игнатьев, номер 20. Денисов. Ага, Тарасов, Дмитрий сейчас. Ага, рыба. Это все. Ну, не успели, и два Мирончика еще были там, кстати. Как не было? Один был точно. Один. А, ты во втором. Все, Саба, как всегда, с точной передачи начинаем игру. Ну, пока Спартак владеет преимуществом, но мы свою игру играем и ждем. Ну, тут все Гиля, я думаю, контролировал, как мне показалось. Контролировал. Вот это кто такой был на трибуне сейчас? Повар с кухни. Так. Это повтор показывает. А вот, Джефф. Это Джефф? Джефф убрал хорошо. Тоски, да? Ага, угловой. Нет. Мог быть. Мог быть. Джефф чем-то недоволен. Апеллирует к арбитру. Тоски сейчас видел, куда побежал? Куда-то. К терапевту, походу. Ну вот хороший момент. Хороший момент. Алексей! Обыграл, отдай хороший. Ну вот это что за передача, брат? Ну что за передача? Как его зовут? Это кто такой? Ты мог низом отдать, это да? Серьезно? Вот посмотрите повтор. Ну, вот Ману прекрасно. Финн Зидана сделал, хорош. Я пас в разрез, знаю. Здорово. Вот здесь, ну обыграл, все сделал. И куда? И чего? Куда, ну, кому? Да низом катить. Джефф обидел, хотел голову. Что ты его защищаешь? Ну правильно. Гола нет, значит неправильно. Вот, Влад, смотри. Раз. А, это гол, по-моему, идет, да. А это гол? Да, если гол, то будем что говорить. Здесь. Да что здесь? Здесь рыба. Что? Давай вот, давай честно. Ну что, ну, рыба? Он побоялся свалить. Я думаю, побоялся свалить, понял на нем. Да? Угу. В штрафной зоне. Ну ладно. Он даже не принял, он даже не бил, да? Серьезно? Да. Ну а здесь что? Чья ошибка? Кому? Я думаю, можно было на пенальти здесь. Нет? Да. Ну, как-то да. Ну, 2-0. Ничего, после первого тайма. Вообще не расстроюсь. Сейчас выйдет похожий. Похожий выйдет сейчас во втором тайме. Ты во втором сразу же можешь? Гиля. Это что, 3-0, брат? Так мы не договариваемся. А, это удаление. А, вот. Это пенальти или что? Это... Ты считаешь, ну, было пенальти, как считаешь? Нет. А ты первый раз комментируешь вообще матч? Да не, ну Саша, зачем так симулировать? Хитро хотел сыграть, да. Второй тайм начался? Ну все. Ну, вот же гол сейчас будет, я чувствую. Мне кажется, сейчас будет гол, как думаешь? Мне кажется, угловой. И Баринов, давай, да? Поставим. Мне кажется, Дима Баринов сейчас. Я поставил. И? Удар! Гол. Понеслась. Гол. Вода. Гол. Понеслась вода в хату. Бару куда убежал? В раздевалку вы верните его. 2-1. Ну здорово, забил. Открылся. Ну ладно. Ты нормально, кстати, придержал, Антох. Ты нормально, да, кстати, сыграл здорово в этом. Ну видно, что второй тайм. Да? Леша? А, это я с отбором и Леша. Слушай, ну это красная карточка сейчас. Ну да. Можем повтор посмотреть. В игре мне показалось, я сыграл не так грубо, если честно. А, повтор. Ну, здесь вот сейчас есть, я смело удалил бы себя. Да, посмотрим. Правильно ли судья показал. Ну он тоже, видишь, так жестко, понял, хотел поставить. Зачем так делать, а? Да подкат не мое. Ну извини, сейчас хотя бы просто. Извини, Денис. Все, правильно. Надо признавать свои ошибки. Да. Научишь потом подкатами. Хорош, мало. Не было же ничего, сейчас тоже. Байбазал, нормально. Адриана мой друг, знаешь, кстати? Самый близкий, мы с ним общаемся хорошо. Вот здесь офсайд разве был? Ну как я... По левой ноге у тебя. А вот я помню, да. Ну, поехали, я уже, ребят. Я уже на моральных, помню, добегаю. Ну, не, ну как ты исполнил, а?
Ну как ты, вот скажи честно, ты видел или случайно? Скажи, как ты видел? Ты видел или хотел так исполнить, или как получилось? Прокомментируй свой голос сейчас. Ну это мастерство, видно сразу исполнение. Посмотри. То есть ты увидел, что... Ты на тренировках не помнишь, ты не помнишь на тренировках, как я тогда же бил? Вот так, противоход ты хотел, да? Как его фамилия? Я бы его забрал бы куда-нибудь. Забрал, да? Да. Я думаю, тебя не отдадут никуда, братан. Куда ты собрался? У тебя сколько контракт еще? 3 года еще. Сиди, братан. Еще таких 100 забей, потом уходи куда хочешь. Дай бог. Правильно говорю? Ага, я понял тебя. Ой, это актер разбивает. Ага. Хорошая атака. Хорошая атака. Брат, ты что ли? Брат на брата и... Да. Тоже сейчас все исполнял зрячий, да? Ну ты видишь, как все, если за спину бежишь, все, да, уже сразу. Вот этот рикошет сейчас в угол, ты ну, тоже хотел, да, специально? Не, ну я Джеффу много. А видел, как его, какая. Главное, видел. Я пробил его опять же. Тоже? Вот сейчас нормально. А сейчас я сейчас, да, мог. Если в дальнюю бил, да? Да. Чего хотел перемотать сейчас? Ты у нас перемотать хотел. Это прямой эфир идет, ты совесть имей, ну. Они, да, зубки показывают. Адриана. 2-2 пока счет, да? А, ну угловых шансов нет нам забить. Эй, аккуратно. Ну тот был минут 5 нас тогда чуть-чуть прихватили. Ну ничего страшного. Вот здесь вот, да, ну, чуть-чуть. Ну здесь нас простили чуть-чуть. Соломон чуть там расстроился. Ну Узба первый раз, кстати, после травмы вышел в этом матче, ему было очень тяжело видно, но он молодец, он здесь пару раз. Да, он очень прижался сюда, конечно. Ну ничего. А вот перехват в центре, хороший, контратака. Миранчук с мячом идет, пас налево, напрашивается налево, пас. Прострел и Колома, гол, удар, гол! 3-2, хорошая комбинация. Хорошая. Ты его подсрывался как здорово, да, Колома исполнил, здесь очень тяжело. Думаю, сейчас быстро чуть спину. Угу. Здесь чуть опять панику словили небольшую. Затошка. Чай будет бить, да. Да нет, ну да, бля, Гильдо такой бы такой. Гильдо упал для фотографии сейчас. Мне кажется, тут удар просто. Напрашивается удар. Да. И удар. Ну, хорошо. Знаешь, как вратарь прыгал, не достал. Знаешь такую фразу? Как нереально, брат? Если он забил, значит реально. Да, это он сказал. Ну, я думаю, судья сколько добавил. Вот повтор. Ну, здорово. Хорошо. Здорово забил. Счет, ну там было 4-2. Да. Железнодорожники выигрывают эту игру. Пропустим еще с картошки. Ну здесь такой момент, но ну, уже как ну, здесь уже просто расслабились все, да. Ну он тоже ничего так вроде дал. Интересная игра. Для болельщиков вообще интересно. Ну давай, свисток. Ну вот все, финал. Поздравляем Локомотив с победой. Заслуженная, да? Заслуженная победа была? Конечно. Я тоже считаю. Хотя играли в большинстве, но я все равно. Я считаю, ну что. Вот. Ну что? Спасибо. Прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Приходите на стадион, болейте за Локомотив. С вами были лучшие комментаторы. Всем счастливо. Всем пока. А теперь спать можешь.